Дима стал совсем взрослый, да? Всем привет, с вами канал Артмания. Дима у нас сегодня сам пьет. Раньше его поила мама из кружечки, а теперь я ему дала такой стаканчик пластмассовый, детский. И он теперь пьет сам. Маленький, пластмассовый, если упадет, не разобьется. Здесь он у вас стаканчик стоит. Покажи, как ты пьешь, Дима. Он теперь прям даже не знает, что лучше, пить сначала, а потом есть. Давай. Ой, ты как он. А рот-то как широко открывает. Вдруг стакан мимо пролетит, да? Да, зайка? Ой, тебя только в рекламу, да? Как должны кушать малыши? А вот так, скажи. Да? Как ты пьешь? Покажи. Запивай, запивай. Теперь он сам стал чаще пить. А так ему даешь, он все время отказывается. Когда перед ним ставишь стакан, тогда он берет. Да. А что ты пьешь, Дима? А пьешь ты шиповник. Заваренный шиповник. Очень, кстати, вкусный. У нас шиповник дикий. И он очень ароматный. Очень вкусный. Садовые наши, огородные, они все-таки не такие, они какие-то просто шиповник, просто обыкновенные. А именно вот дикие, почему-то они особенные. За ними никто не ухаживает. Они растут сами по себе, никто там не удобряет, не поливает. У кого там прыгает картошка? И также яблоки я пробовала дикие. Собирала на том же поле, где этот шиповник. Очень прям обалденно вкусные. Маленькие, конечно, меньше размером, чем садовые наши. Все, допил, нет? Я его по чуть-чуть... Ах, ты пролил сколько. По чуть-чуть так наливаю. Ай, мама тоже пролила. По чуть-чуть. И он пьет. Ой, как он... Ах, как ты рот широко. Ой, потекло. Ой, такая у нас есть тряпочка. Ой. Тряпочку туда подложу. Она все впитает. Вот так вот мы ее положим, да? Чтобы он не пролил потом себе на ножки. Так вот, вот. Все. Не туда картошку. Да. И вот так мы завтракаем. Да, я тут пью, вот, кстати, кофе пью вместе вот со льдом. Я очень люблю лед. Вот он так лежит. Тут у меня кукурузные хлопья с молочком. Кстати, не понравились мне вот эти вот. Обычно положишь, есть какое-то время, пока они там размякнут, и потом они обалденно вкусные. Но вот эти вот размякли. Вчера вот я вечером ела, и вообще такая гадость получилась. Не понравилось. Их только вот залить и сразу есть, тогда да, вкусно. А так нет. Кущи. Ой. Дима вот собирает тут конструктор. Я сижу вот с квитанциями разбираюсь. Жень забрал вчера газеты. Там вот я откладываю отдельно газеты, отдельно квитанции, отдельно... Так, и тут я еще не раскладываю. Тут вот всякие извещения вот какие-то там непонятные. Где там всякие большие цифры, что-то. 4000 какие-то там непонятные. Непонятно вообще за что. И вот такие вот отдельно бумажечки я откладываю. Это для списков. Очень удобно писать на таких вот список, и потом просто выбрасываешь, и все. Вот, или что-то записать, там что-то отнести, принести куда-то там вот. Мужу куда-нибудь отправить, очень удобно. И сейчас смотрю журнал «Ленты». Такой журнал нам помятый дали. Сижу, смотрю, столько тут всего интересного. Продают, все так супер, вспомнила. Тут, кстати, даже это... Чайник, как у нас, только в голубом цвете. Вообще классный. С удовольствием взяла бы его, если честно. Голубой цвет обожаю. И вспомнила, как я ходила в ленту в магазин. Мне понравился заварочник. У нас две ленты находятся. А нет, у нас уже три ленты находятся в Самаре. Пошла в один магазин, нету. Пошла в другой магазин, нету. Спрашиваю, мол, а когда привезут такой? А у нас не было таких заварочников. Нам не везут таких. Вот, и сколько раз я уже приходила, вот по журналу посмотришь, туда приходишь, этих товаров нету. У нас слишком маленькие магазины, что ли, получаются. Вот, и вот я сейчас сижу, смотрю, какая посуда сейчас появляется.
какая бывает. Не так хорошо, конечно, видно, может быть. Выбрал вообще целый набор такой классный. Не, ну чайник там прям вообще. Ящики, вот смотрите, сейчас такие, постельное белье. Тут вообще как будто это красненькое, как будто мохнатенькое. Приятное, наверное, на ощупь. Тарелки вот всякие. А вот это... Манты, мантовница на газу. Вообще классно. Правда, алюминиевая. Все равно. Друг на дружку поставила. Электричество не так много тратится. Удобно. Алюминиевая не пригорает. Здесь такие кастрюльки. Мне, кстати, всегда нравились такие кастрюльки. Такие вот тоже. Но когда появились нержавеющая сталь, то, конечно, лучше гораздо, чем эти. Силиконовые формочки тут всякие. А вот я видела, да, посуды. Я очень мечтаю давно о квадратной тарелке. Не знаю, прям хочу вот квадратную. И вот смотрю, здесь чаша есть квадратная. С ручками, правда, по бокам. Она для запекания. Ну, например, салат положить было бы красиво. Всякие такие баночки. Ну, жалко то, что всего этого, скорее всего, нету. Заварочник. Кстати, у меня такой заварочник есть. Еще вот заварочник. А Дима там строит. Как всегда строит. Вот. А детские тарелочки вон стеклянные. Такие сякие. Пластмассовые вот, наверное. А нет, бамбук. Бамбук. Сейчас, кстати, появились новые, стали делать из бамбука. Не знаю, насколько они долговечные, насколько их хватает. Напишите мне в комментариях, у кого сейчас вообще даже стали делать под дерево бамбуковые. Даже сейчас появились вилки. Они тоже какие-то бамбуковые или пластмассовые, не знаю. А на вид как нержавеющая сталь, даже блестят. Мир пошел вперед, называется. Ну, это тост довольно журнал. И одежда. На самом деле, я люблю больше журналы с кулинарии. Можно увидеть какой-то рецепт, почитать, посмотреть картинки, какие еще рецепты бывают. Попытаться приготовить. А вот на матрасе красить. Кстати, есть 800 рублей всего, якобы. Мне как раз полуторка надо. А я в других местах за 900, за 1000 видела. Не знаю, не факт, что он там есть. Какие, смотрите, классные. Какие, господи, подсвечники, что ли? Нет, как они? Седьмое, так, седьмое. А, фонарь. Такие, кстати, Женька любит. Красивые. Мне больше, наверное, вот такое, может быть, понравилось бы. Палатка. Диванчик, кстати, вот такой диванчик классный, они вообще легкие. Их вот я видела, продаются немножечко другой в ленте. Он прям такой легкий, классный. Его можно дома поставить, переносить из угла в угол, если что-нибудь. Шезлонг. Прям как раскладушка. Да. А, ну вот типа такой вот. Я бы, честно, наверное, хотела найти какую-нибудь штучку, чтобы гамак как-то закрепить. Наверное, вот типа вот такой вот. Такая первая, сколько она? А, ну здесь качели стоят еще 3700. А в другом месте вот такая же качеля. Крепления, наверное, другие. 10 тысяч стоит. А, вот тут еще фонари. Тут, наверное, пластмасс. Хотя нет, может, пластмассовый. Вон какой фонарь. Офигеть. Фонарщики. Да что ты мне тут кладешь? Давай следующее. О, такие вот сейчас модненькие пошли. Хотя нет, они модные давно, сейчас еще с этими с бирюшечками классные. Так, давай быстренько сейчас досмотрим, а то у нас сейчас время. Кстати, сандали. Вот такие, я смотрю, дети очень часто, не вот прям такие же, а вот прям сандалями носят на даче, я замечаю. Не знаю, мне кажется, это очень неудобно и сделано непонятно из чего. Тоже напишите в комментариях. Ай, подожди, подожди, подожди. Всякие батюшки, а что тут перевернуто? А, вон два в одном. Ой,
Ой, какая бутылочка, смотрите. Косметическая. Косметика по уходу за волосами. Я думала, тоник какой-нибудь. Сейчас мода на пошли. Ну, вот так, короче, мы смотрим. Все-таки решила вам показать дальше. Тут такая самороженец. Я думала, что за мясорубка странная. А, для сладкой ваты аппарат. Кстати, хотела когда-то очень давно купить. И смотрите, здесь вот новенький. Пицца-мейкер. 1700. Уже даже для пиццы придумали отдельно. Вы представляете, если вот так всю технику собирать для каждого отдельно, то вообще можно сколько набрать. Чайники, кстати, вот такие мне нравятся. Керамические, по-моему, они. Да, керамика. 1,5 литра. Мне очень нравится. Сейчас вентиляторы стали, но это вот настольный, а есть еще сейчас напольный. Его поставил там на пол. Это было, кстати, очень удобно. Вот такой, мне кажется. Потому что вот такой на тонкой ножке, вот лично мой, постоянно куда-то кривит. Вот эта головка от этой ножки постоянно куда-то падает. Вообще очень неудобно. Мне, честное слово, он меня уже просто достал, этот вентилятор. Его никуда не положишь, не уберешь. Эта вот штуковина большая, она уже там вся искривилась. Не знаю, мне кажется, даже, наверное, можно его продать просто. И купить вот такой вот обыкновенный маленький, и все. Проблем меньше. Поставил его там кверху, наверное. Тут пицца, кстати, продается. Ну, пиццу, знаете, честно говоря, раньше мы с мамой покупали. Это было действительно вкусно. Она была замороженная, мы ее делали. Вот, нам очень нравилось. Последний раз мы с мужем брали какую-то пиццу, она вообще жесткая, не получилась, вообще фигня какая-то. Последние, по-моему, 2 раза мы разные года брали. Поэтому после этого я решила проще пойти в кафе и купить нормальную пиццу, свежую, и поесть ее, чем непонятно что. Вот такой вот.